Здравствуйте, уважаемые друзья, и мы продолжаем с вами сбивать нашего моего ассистента Гошу. Ну, раз он мой ассистент, то, соответственно, и ваш будет тоже. Гоша может работать сразу с группой. Так вот, продолжаем. Ситуация та же. Противник схватил за плечо, за одежду. Что мы действуем? Как мы действуем? Какие еще варианты могут быть? С шагом назад мы можем уронить его. Я покажу как, в принципе. Действия практически те же. Перехватываем руку противника. Покажу быстро, потому что он, чтобы шкаф не сломился. Ладно, что я придумал. Я его не дерну, потому что шкаф свалится. Это будет жопа. Вот это верхняя. Антресолька свалится на низ. Поэтому, к сожалению, я не могу вам показать. Приходится отпускать руку Гоши и домысливать уже. Воображение должно дорисовывать. Все, ребятки, всегда подключайте воображение, когда тренируетесь с манекенами типа Гоши. Манекены системы Гоши, так скажем. Всегда подключайте свое воображение, чтобы реально представлять себе угрозу. Он действительно вам угрожает. Я не завидую вашим манекенам. Видели, что было? Я разберу по элементам. Схватил. Дружок, может быть, все-таки разойдемся, да? Что ты меня отпустишь. У тебя свои дела есть, у меня свои есть. Нет, видимо, разговора не получится, да? Ну тогда не обижайся. Ну так вот, разберем по элементам. Он схватил, еще раз. Первым делом мы перехватываем опять, прижимаем его руку к своему плечу, крепко, наносим удар колено. Может, конечно, действовать и без удара, но тогда он может среагировать и нанести удар свободной рукой. Может, конечно, уйти в сторону и избежать удара. Такие варианты тоже есть. Вы должны действовать по обстоятельствам. Но это, опять-таки, все эти приемы проистекают из одного. Из одного приема. Тут вы должны уже экспериментировать. То есть вы должны тренироваться с друзьями, отрабатывать все дело по-разному. Проводить эксперименты, как вам больше нравится, какая техника вам больше нравится и прочее. Какая техника для вас больше подходит. Вот, ты ударили. И теперь самое главное, мы тащим противника на себя. При этом делаем шаг назад большой. Одновременно мы нагружаем его. Вот так это выглядит. Нагружаем его, тянем его за собой. Если произойдет резко и быстро, то получится такая фигня, вот ее схватили. И он падает лицом вниз. То есть примерно будет вот такая фигня. Еще раз. Ну и добавляем, когда вот он уже повержен, добавляем еще, может быть, все будет продолжать сопротивление, то переводим его на пол,
Ну, это отдельный ролик, посвященный этому. Вот. Без отступлений. Еще раз, я перехватываю. С шагом назад его кладу. Еще раз. При этом мы сами не падаем. Мы только садимся. Мы перемещаем центр тяжести. Раз, два, три. Все, с вами был Андрюха, и увидимся очень скоро. Тренируйтесь и берегите себя.